Из-за снижения цены на ГСМ казахстанские АЗС терпят убытки. Сегодня в Астане розничные реализаторы собрали пресс-конференцию, где пожаловались на свои многочисленные проблемы. По словам членов топливной ассоциации страны, ситуация на рынке достигла критической отметки. Как утверждают предприниматели, государство регулирует их расценки, при этом не особо следя за оптовиками. В итоге на перевозку и хранение топлива у розничных продавцов уходит больше денег, и продажа не дает прибыли, так как установлен определенный потолок, выше которого цену назначать нельзя. Испытывает ассоциация трудности с перевозкой нефтепродуктов. Специализированный грузовой транспорт правительством в отдельную категорию не введен, что снова влечет дополнительные затраты. Госорганы розничных реализаторов притеснили по полной, по крайней мере, это утверждают последние. Ситуация ухудшилась после снижения предельных цен с 1 июля. Самая популярная марка И-92 теперь стоит порядка 70 центов за литр. Членов ассоциации тревожит новое снижение, которое, возможно, будет уже в августе. При этом до осени бизнесмены предпринимать ничего не собираются. Ждут, пока из отпуска выйдет парламент. Минус 7% сейчас идет у розницы. Не плюс, даже уже здесь вроде не говорится о какой-то прибыли. Здесь люди уходят в минус. Убытка сильно большая. Да. Розничные реализаторы с учетом понижения цены сейчас все ушли в хороший такой минус.